Российский телеведущий Андрей Малахов попал в неприятную ситуацию. В последнее время ходят разговоры о том, что со здоровьем знаменитого телеведущего не все в порядке. Поклонники пристально наблюдают за каждым его движением и отмечают любое изменение в его внешности. Не так давно бурно обсуждалось то, что шоумен якобы носит парик. А на днях народ заметил, что Андрей Малахов болезненно опух, что вновь подтолкнуло на мысли о проблемах с его здоровьем. Как бы там ни было, журналист продолжает работать, а выпусков со скандальными подробностями жизни светской тусовки с нетерпением ждут миллионы друзей. Кстати, одна из таких программ стоила шоумену работы. По крайней мере, так утверждает российский актер Никита Джигурда. В свое время завсегдатый шоу журналиста на Первом канале. В очередном выпуске телеведущий с экспертами обсуждал бурную жизнь музыканта. Однако тот, что было озвучено в эфире, не понравилось Никите Джигурде и его супруге Марине Анисиной. Поэтому они подали иск в адрес программы, обвинив команду в клевете. Собственно, вся эта история, по словам музыканта, и стала причиной. Андрея Малахова послали к чертовой бабушке с Первого канала, якобы таким образом руководство телеканала наказало телеведущего. Уволили команду, понизили статус, но потом, поскольку он меняемый талантливый человек, и я все понимаю, мы помирились, говорит Джигурда. Дорогие зрители, подписывайтесь на наш канал, следите за нашими новостями и будьте всегда с нами.